военной тематики, но у нее женское лицо. И она начала работать в Дню Победы, правильно? Даже раньше. Это да. А потому что любит майские праздники, не хотите наслаждаться. Она работает уже больше 5 лет. Нет, сама-то да, я имею в виду вот конкретная. Мы не делали к Дню Победы, а повесили в начале майских праздников, потому что люди могли наслаждаться, гулять и смотреть фотографии. Выставка собрана таким образом, чтобы показать, называется «Путь к победе», чтобы показать свободный транспорт или движение, поезда, велосипеды, лыжи, они везде там где-то перемещаются, что-то. Здесь едут, бегут, там первые, например,